Привет, уважаемые танкисты! В этом видео поговорим про ошибку, которую видно каждый бой. Если вы внимательно будете играть в World of Tanks, смотреть в каждом бою, что происходит, вы, конечно же, не сможете следить одновременно за всей командой союзников и врагов, но так или иначе, за несколькими игроками, союзными и вражескими, во время боя вы будете следить, потому что одни будут играть возле вас за вашу команду, а другие будут играть против вас перед вами. Так или иначе, несколько танков вы точно в бою увидите. И уже даже среди такого количества игроков каждый бой видно одну и ту же ошибку. Но если бы можно было проследить прям за всеми, я думаю, там был бы вообще шок. Одна и та же ошибка каждый бой среди огромного количества игроков. И все они отвратительно играют. Сейчас я объясню, в чем проблема, чтобы вы начали саморазвиваться в игре World of Tanks и ваш процент побед начал расти вместе со всей остальной статистикой. Поскольку если вы этого изначально не понимаете, вы сыграете 50, 100, 150 тысяч боев, да хоть 200 тысяч боев, если вы этого не будете делать, то я буду точно так же и вас встречать в бою, смотреть, как вы ошибаетесь и продолжаете ошибаться. До этого я сделал кучу видосов, рассказывая про какую-то одну ошибку. Но я ни разу не рассказывал, как определить, увидеть и исправить ошибку прямо во время боя. Это самое главное. Огромное отличие между слабым и сильным игроком в том, что сильный игрок тоже допускает ошибку. Но сильный игрок, допустив ошибку, он тут же понимает, что это ошибка и так больше делать нельзя. А слабый игрок, допустив ошибку, он тут же ее повторит 2, 3, 4, да хоть 10 раз. Это я вижу каждый бой. Как игроки раз за разом ошибаются. Как же понять, что вы ошиблись? Очень просто. Если вы получили урон от врага, значит это ошибка. Вы подставились. Нужно подумать мозгом, откуда в вас прилетело и где находились в этот момент вы. Значит, сюда больше таким образом выезжать нельзя. Если вы как-то танковали от укрытия и вас пробили, значит вы танковали неправильно. Если вы куда-то выехали и вас пробили, значит вы выехали не туда. Если вы куда-то едете и вам прилетает урон, значит вы едете неправильно. Хороший игрок, если он ошибся, ему не хватило информации, он отвлекся, в любом случае почему-то он допустил ошибку, он тут же понимает, все, это ошибка. Больше так делать в этом бою нельзя. Плохой же игрок, он допускает ошибку и продолжает ее повторять на том же самом месте миллион раз. За мое огромнейшее количество боев я это наблюдал практически каждый бой. Причем не от одного игрока, а сразу по полкоманды. Они ошибаются, ошибаются, ошибаются и продолжают получать урон. Там, где и первый раз получили, и второй, и третий раз, и все равно вылазят в одно и то же место, либо танкуют точно так же, как танковали, и продолжают ошибаться. Таких людей очень легко убивать один на один. Тем самым вражеская команда слабеет, когда такого игрока убиваешь, и становится еще легче победить. Получается, что танкисты, которые просто раз за разом ошибаются, тянут свою команду на дно, поражению. А те танкисты, которые не ошибаются, либо после ошибки понимают, что они ошиблись и не повторяют этого, они наоборот способствуют тому, чтобы победить. Они не тянут свою команду к поражению. В таком случае вы начнете правильно мыслить в бою. Если вы каждый бой будете видеть, где вы получили урон и что это ошибка, накатав много боев, у вас со временем уже будет откладываться в голове понятие, что с определенных точек на карте каждый бой всегда ведется огонь, там часто сидят враги. Вы уже изначально, даже не получая урона от врагов, можете понимать, что некоторые позиции или перекатки ошибочные. То есть, во-первых, что я вижу в рандоме? Большая часть игроков, они даже еще не начали обучать сами себя играть. Они еще даже не пришли к этапу получить урон, чтобы понять ошибку. А после того, как вы понаполучаете везде урона и будете понимать, что это ошибки,
Со временем вы будете запоминать некоторые места, где всегда получаешь пиздюлины, туда вылазить не надо. По большому счету, рандом сейчас и похож на то, на что он сейчас похож, на цирк. Из-за того, что игроки совершенно не начинают даже учиться играть. А это, казалось бы, просто. Если ты где-то получил урон, то значит тут опасно, туда не нужно подставляться. Это ошибка. И повторять ее не нужно. Прям посреди этого боя можно понять, что вот ты ошибся, все. Значит, нужно что-то изменить. Либо сменить позицию, обратить внимание в другую сторону на карте. Не лезть в эту дыру, не сливаться дальше в ней. Либо по-другому выезжать нужно. Если вас пробивают, а вы на бронированном танке, значит вы неправильно выехали. Либо против вас танк с таким пробитием, который вы не можете танковать. Такое тоже часто встречается, что напротив вас стоит такой танк с пробитием обычным снарядом или голдовым, которое ваш бронированный танк не может танковать. Но не нужно, значит, на него лезть. Для этого у вас на карте есть не одно направление, а два или три. Никто не заставляет вас лезть в одну и ту же дыру и просто там умирать. Этим вы сливаете свою команду и свой бой, свой процент побед, свою статистику и вообще содержание своей игры вы сливаете в дно. Может быть, кто-то из вас сейчас скажет, что это вроде как и так понятно и очевидно, но вы посмотрите на бои в рандоме. Там практически все допускают ту ошибку, про которую я сейчас говорю. Еще скажите, что сейчас в комментариях не будет таких людей, которые делают то, что я сейчас рассказываю. Они просто подставляются в одно и то же место, пока не сдохнут. Это ошибка, да поймите же вы наконец. И когда вы начнете делать что-то другое, смотреть на карту, менять направление позиции и запоминать те места, где вы получаете люлей, только тогда вы начнете развиваться в игре. Только тогда ваша статистика пойдет вверх. И тогда ваше содержание игры будет похоже на игру, а не на то, что сейчас происходит в рандоме. С вами был Арчик, играть красиво, всем пока.